игра чемпионата высший дивизион. Встречается футбольный клуб «Сухачевка» и футбольный клуб «Фортуны». «Сухачевка» традиционных зеленых цветах и «Фортуна» оранжево-желтых. Первый момент уже на первой минуте. «Фортуна» пробивает. «Сухачевка» не так ярко собрана по составу в этот раз, как в прошлый раз. Я вижу многих игроков. Я бы сказал, основы нету. Нет Хруленко Андрея. Нет Баранцова. Посмотрим, сможет ли «Сухачевка» в таком составе продемонстрировать такую же игру. Напомню, что в первых двух турах они даже не пропустили ни одного гола. Это были две победы, 3-0 и 1-0. И идут на первой позиции «Фортуна», уступая по ходу встречи. 2-0 первый тайм, квадратные метры, праздновала победу. 5-3. Слышал разговоры «Сухачевки» в перерыве. Безусловно, «Сухачи» хотят сохранить свои ворота пустыми, сухими точнее. Посмотрим, как это будет. Если бы соперник был более солидный, без, извините, «Фортуна», не бежайтесь на меня. А может быть и не скажется отсутствие Хруленко. Посмотрим, друзья, посмотрим. «Фортуна» в этом сезоне, не сказать, что очень сильно собрана, если бы игроков они потеряли. Да можешь тут положить это там, на этом, на стульчик. В недодачу дал пас. Снова Едуновский. Туда подачка на Ваню. Ярошенко с мячом. И можно огонь. Да, да, огонь. Это было очень горячо. Звезда, как сыграли? 4-2 выиграли. Олежек, давай начинать! Леш, все нормально? Да.
Леха, я там манишки какие-то нашел. Для этого приходили ребята с сетки. Это тутанские. А я не нашел, где не нашел. Что-то не вижу. А, в съемке? Только выиграют, все хорошо. Только поиграют. Слушай, вот тут положили этот самый. Блин, ну тут, конечно, Жора полил. Ну, две палочки пока. Она из них какая? Вот это? Хорошо. Не, ну я не знаю, Жора, мне кажется, надо... Ну, это, ну, неуважение, не знаю, оскорбление, блин. Левой! Фу. Пока Фортуна показывает, что в этом поединке она будет выглядеть неплохо. Thank you.
Собери свои вещи, Рома. Паша, что там с включением? Слушаю. Что ты там запланировал в ответ какой-то? До претензий. Сегодня ответ, да, дадим сегодня ответ. Не, это я понял, ты не сказал. А какой? Ну, я думаю, скорее всего, положительный. В вашу сторону. Да? Хорошо, подожди. На этом поле тебе нормально? И вперед!
Хорошо, прошел ярко. Да, и никто не откликнулся. Двоих прошел, но Свежевский. Момент. Пока Сухачевка без момента, друзья. Нету прям таких ярких моментов. На равных, я бы даже сказал. Мне кажется, у Фортуны больше моментов. Субтитры сделал DimaTorzok.
22 номер Сухачей. Уводит свою команду вперед. Я так и не понял, это свайчок был или... Мы на повторе его видим. Такое ничего не предвещало беды, и тут на тебе. 1-0, Сухачев впереди. Фортуна сравнивает счет. Если только Сухачевка пропускает в этом сезоне. Один-один. Равная игра, равный счет. Только в конце тайма поменялись. Моментами. Леша, подойдешь? Леш, я поменял, только у меня что-то сомнение, что заряжается сейчас батарея, она что-то не горит как бы там. Или это она горит, когда... Она не должна гореть, да? А это тоже сюда подходит? Да, это шлюз. Эти две батареи, вот это зарядная, а это зарядная, а это ремень. А, она... Все, я думаю, что там она не горит, я вставил, она, блин, теперь я понял. А то белый, да, что черный? Я чертовый. Согласен, было нарушение. Руками завалил. Ниже,
Не поняли друг друга. Ой, какой пас шикарный отдал Вадос. Пас просто был яблочко. Может быть?
на всех. Володька на лесу, глянь, весь это закрыло, весь кадр. Я представляю, как сильно реакция. Со второго этажа, наверное, выпрыгнул. Итак, Сухачевка вышла вперед. 2-1. На живых, я бы сказал. Самый курьезный гол, друзья. Сам себе забивает. Сухачевка берет мяч под свой контроль. Мордун сам идет. Я бы не свистел. Хорошо, что я не свистел. Не люблю этого. Мордун на мяче. Если Сухачевка стал серьезно контролировать мяч. Фортуна без мяча играет. И два гола проигрывает. Тяжело же психологически, когда сам третий гол сами себе забили. Очень высоко Сухачевка прессингует, накрывает и заставляет ошибиться. Yeah!
Ваня давал Кручного, Кручный не прошел. Опасно. Опять наварили кашу Фортуна. Ой-ой-ой, вот момент. Да. Это просто убойнейший момент. 100% момент. Да, должны были после этого момента уже сократить счет, просто убойнейший момент, немножко не попал в ворота, очень динамичный был момент, хорошо Фортуна выдержал контратаку и вот в простой ситуации игрок Фортуны теряет мяч. Пардон. Ваня Ярошенко. Идет сам, отдает. А там никого. В центре задавил. Давай, 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 давай
Вардон все-таки смог выработать этот мяч. Такой был интересный эпизод. Было. Yeah.
Десяточка. Яблуновский Денис. А ты все дочь ходи вычай. А ты тут. А зачем ходи? Константировать, что Сухачевка добывает победу. 5-1. Ну, знаете, по моментам, мне кажется, Фортуна не наиграла на такой разгромный счет. Были у них и перекладины, и вообще интересный момент. Ну, счет на табло 5-1 и уверенная победа Сухачей. Что ж, они с этой победы набирают 9 пунктов и продолжают возглавлять дивизион высший. Сухачи сегодня показывают, что и без лидера своего они могут побеждать.